Присоединяюсь к сказанному, хочу поздравить вас от всех руководителей фонда СТМЕГИ, лично от Германа Захаряева тоже. Ханука – хороший праздник, праздник света, праздник чуда. От света все происходит, в темноте ничего не рождается, ничего не бывает. Аммаху ношму мазалманди джинсоги, аммаху богафа, худокумак, худокумак. Все должны знать своих героев. Я хочу поблагодарить Германа Рашпилевича Захаряева за то, что он организовал для нас вот этот праздник. Дай Бог ему здоровья, его семье. И я хочу поблагодарить всех тех остальных спонсоров, которые тоже участвовали в этом организации этого праздника. Это у нас Бейтс Фаради Садовод, Бейтс Фаради Белая Дача. Дай Бог им всем процветания и духовное, и материальное. Я хочу также поблагодарить дядю Рамиза, администратора ресторана «Парадайз», который тоже очень сильно нам помог. Я хочу всех вас поздравить с этим праздником. Хочу пожелать вам, так как этот праздник у нас праздник победы, праздник чуда, праздник света, чтобы у всех в ваших домах было много света, много чудесных событий. Поздравляю вас. Хак самех, амба шурас Аллах, шурам ядара сашид. Было очень замечательно. Много детей, много, слава Богу, народу. И дай Бог, чтобы каждый из нас взяли эту энергию с этого праздника и зажигали свет в своих домах именно своими действиями. Делали много-много хороших дел, радовали Бога, радовали свои семьи. Успехов, благополучия, всех благ. Спасибо, с праздником!